В очередной раз я приветствую вас, ребята, и тех, кто нас сейчас смотрит. На самом деле, познакомить действительно есть с кем. Например, вот великолепная хакасская дама, которая с удовольствием всем... Она наполовину улыбается, мне даже кажется. Она наверняка рада будет всех встретить. На самом деле, картин действительно энное количество. И здесь можно в действительности познакомиться с некоторыми коренными народами. Я вот так посмотрела, что это не живопись, потому что все здесь так... В общем, не выпукло. Все, в общем, уже готово. Но подробнее о том, что за манера исполнения и кто и что. В общем, все подробности про эту выставку нам расскажет Надя Котова, она куратор галереи в бизнес-центре «Пилот» молодежном. Вот. Ну, доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что за техника, что же это за картины, если их можно так назвать, наверное, постеры какие-то или иллюстрации. Да, как они сделаны и что? Цифровой коллаж. Цифровой коллаж, потому что Лилия Матвеева на самом деле уникальный художник, потому что она очень много работает с фактурой, с материалами. Можно видеть, что она какие-то вот элементы именно рисовала. Или вот на каких мы действительно видим фактуру дерева, фактуру костра, какого-то меха. И все это она соединяет сначала как-то вот так вот вручную, а потом с помощью ну, именно каких-то вот таких цифровых технологий. Можно выразиться так. Да, это можно сказать цифровой коллаж. Слушайте, необычно, никогда о таком не слышала, если честно. Ну, а подробнее еще о том, кто здесь изображен. Я знаю, что это все вылилось в результате проекта «Линия. Точка». «Сибири. Точка». Да, проект «Сибири. Точка», это который вот мы, галерея, очень сильно поддерживаем, в том числе как-то вот духовно, и как раз мы сделали им выставку. А в первую очередь здесь представлены редкие люди, это действительно люди, которые... представители коренных народов Сибири, про которых стоит говорить, про которых необходимо говорить. И выставка «Редкие люди» – это вот такой один из, не знаю, редких образцов, когда мы можем это сделать интересно и красиво. Сегодня в 7 часов на открытии выставки Анна Груздева, куратор непосредственно самого проекта, проведет лекцию под названием «Параллельные миры», где она подробнее расскажет про жизнь, про традиции, как же народы в 20 и 21 веке существуют, потому что мы сами знаем про такую проблему потери идентичности, конечно, размывания каких-то традициях и обычаев, что языки уже по-настоящему умирают. Вот. И многое другое, конечно, очень много интересных каких-то фактов о своих многочисленных экспедициях Анна расскажет сегодня. Слушайте, это действительно очень интересно. Я думаю, что действительно очень не только интересное в плане визуального какого-то контента, но и в плане познавательного, потому что действительно Костанайский край очень богат на народности, и о них так интересно можно будет узнать не только про край, вообще в принципе про сибирский. Поэтому обязательно приходите в «Пилот» сегодня в 7 часов.